За 25 гадоў школа MyBaby прайшла шлях ад невялічкай студыі англійскай мовы да сапраўднага адукацыйнага цэнтра. Сёння гэта больш за 2000 задаволеных вучняў, 62 лепшых выкладчыка Брэста, велізарная колькасць самых розных напрамкаў і студый, якіх, дарэчы, з кожным годам становіцца ўсё больш. Нашы преподаватели прайшлі сертыфікацыю і получили, с отличием здали тест і получили свои сертификаты. І теперь мы сертифіцированы центр приема экзаменов TOEFL. І также мы являемся официальным центром подготовки к кембриджским экзаменам Cambridge English Exams от Young Learners до уже высоких уровней. И у нас созданы специальные курсы подготовки к этим экзаменам. Помимо того, что у нас есть базовый курс английского языка, мы еще занимаемся вот этим. Напередадні новага навучальнага года школа MyBaby арганізавала сапраўднае свята ў горадзе дзяцінства. Лоўкасць і спрыт спатрэбяцца на фізкультурным завулку, акуратнасць і стараннасць на вуліцах каліграфіі і ментальнай арыфметыкі, усмешлівыя твары на алеі аквагрыма. Для аматараў гарачых танцаў і добрай музыкі – выступленне. Стой одна на крыше дома, свет огней аэродрома станет между нами. На набережную прыходзілі цэлымі сем'ямі, і кожны знаходзіў сабе занятак па душы. Весело, хорошо, здорово. Деткам интересно очень. Мне понравилось на гликофонах играть. И я там на каждом инструменте я смогла найти музыку. Мне очень нравится это мероприятие. Давно хотела побывать на этом концерте. Брест очень хороший и красивый город. Я рада, что скоро моему городу исполнится 1000 лет. Мне понравилось тут приседать, надувать шарики, а еще прыгать на батутах. И концерт понравился. Мне очень классно тут. У меня отличное настроение. Ну и тут классный аквагрим. Ну, вот ты очень красиво поет. Тут все классно. Прагуляцца па сваіх станцыях запрасіла англійская стрыт. Тут гасцей чакала сустрэча з лепрэконамі, феямі, Шерлакам Холмсам, Джэкам Вераб'ём, удзел у спаборніцтвах і віктарынах. Усё для таго, каб дасягнуць доўгачаканай і фінальнай кропкі падарожжа – чаявання з англійскай каралевай. Вот у нас здесь зона, посвященная Хогвартсу, Гарри Поттеру, всем семи книжкам и так далее. Они отвечают на вопросы. Мы стараемся это так разнообразить, сделать в какой-то развлекательной форме. У нас есть два варианта квиза. Один на английском языке, второй на русском языке. Да. И уже там кто как, кому больше нравится. И после того, как они проходят вот это испытание, они получают себе печати и идут дальше. Разам з пляцоўкамі забаўляльнымі, інтэлектуальныя і творчыя. Тут і гіганцкія шашкі з настольнымі гульнямі, і ўрокі малявання. Первая наша цель всего праздника была. Родители потратили уже немало денег для того, чтобы купить форму, канцтовары для ребенка, собрать его в школу. И мы хотели, чтобы они бесплатно могли поразвлекаться сами, поразвлекать своего ребенка, но с умом, то есть с какой-то особенной пользой. Атрымаўшы такі зарад пазітыву і бадзёрасці, можна смела крочыць у новы навучальны год. А калі ён пройдзе разам са школай MyBaby, то абавязкова будзе прасякнуты добрым настроем. Дзена Мішчук, Раман Філюзіч, тэлерадыёкампанія Брэст.